солістка гурту «Інді» Вікторія Рос, окрім того, що співає, озвучує ще й диснеївські мультфільми. А сьогодні для того, аби знятися в програмі «Знаменитості на смак», вона приїхала прямо із столиці. Яку коронну страву вона приготує, дивіться, адже за кілька хвилин вона ось тут буде вже готувати свою коронну страву. Запрошую шанувальників кулінарії поспостерігати за процесом та спробувати приготувати у себе вдома. Вікторія Рос – солістка гурту «Інді». Зараз бек-вокалістка «Голос України». Озвучує диснеївські мультфільми. Брала участь у проєкті «Ікона стилю». Солістка гурту «Інді» Вікторія Рос. Привіт, я рада бачити тебе в Вінниці, в нашій програмі. Сьогодні будемо готувати твою коронну страву. Багато інгредієнтів. Розказуй, що за страва. Спасибо огромное. Мені дуже приємно бути сьогодні з вами. Блюдо називається крем-суп, грибной крем-суп із шампіньйонів постний. Зрозуміло, що в нас є грибочки почериця, да. Без солі не обійтися, так? Чесничок. Приправи, да. Приправи, орегано, паприка, перець, морковка, лук і картошка. Картопля. Почнемо. Да. Скажемо, що треба першим ділом нас... Поставити воду. Воду, так. Да, щоб кипятилась вода. Ми вже потом... це зробили. Да. И потом, пока вода закипает, можно нарезать картошку, морковку и половинку луковицы отправить вариться. Вот так вот. Мы так, этими займемся. Я таки распределяю, да, и буду резать грибочки, резать маленькими кусочками. Смотрите, в принципе, не имеет значения. Все равно это крем-суп, он потом пойдет все в блендер. И можете нарезать просто ровненько или напополам, или ломтиками, как будет удобнее. А я пока займусь морковкой. Взагалі гурт створений, я так розумію, в 2011 році, да? От як стало, що ти стала солісткою цього гурту і взагалі як почала співати? Ну от ізначально я услышала о том, що проходить кастинг в компанії «Талант Груп», директором которого является Наталія Могилевська. И вот услышала, и даже, честно скажу, не очень хотела идти, потому что все кастинги, я уже как бы не то, что разочарована была, но все равно... Их же много. Да, очень много. Иногда тебе повезет, иногда не повезет, там уже расстраиваешься, не расстраиваешься. Но я уже такая закаленная, что ничем не удивишь. Вот не прошла, если, ну ничего страшного, идем далее, ищем себя в чем-то другом, может быть, или продолжаем. Ну вот я решила пойти. И, честно сказать, даже не думала, что я попаду в тройку лучших девчонок, там, певиц. Хотя было девочек очень много, было где-то 30, по-моему. То есть большой кастинг был. А как ты думаешь, завдяки чему удалось пройти? Это пощастило? Потому что, ну, сегодня вот много есть талановитых, да, людей, а вот проходят одиницы. Согласна. Ну вот мне кажется, что Наталья Могилевская... Она обращает внимание не только на внешний вид, но и на самого человека, каким он является. Талантлив, нет, какие качества обладает, какими качествами обладает человек. А якому Могилевська в житті? И внешность обязательно, потому что группа «Інді» – это необычная группа. Это поп, может быть, фольк, что-то даже вот... Ну, необычний стиль, так скажем, но современный. Яка Могилевська в житті? Она очень трудолюбивая, она очень в работе серьезная, сдержанная, точная, знает, чего она хочет, идет к своей цели, сильная, мудрая. Ну, то есть она, в принципе, она пример для многих женщин. Були конфлікти, тому що часто продюсер бачить по одному, співаки по-своєму. Як знаходили спільну мову? В принципі, от мені з нею було легко. Вона для мене як була от наставниця.
скорее всего. Я ее слушала, прислушивалась к советам. Она могла пригласить меня к себе в кабинет, говорит: «Вика, давай поработаем вот над этой песней, на которую будем скоро снимать клип». И мы вот садились, вот как на уроке я ей пела, она говорила: «Вика, обрати внимание на это, вот здесь всякое актерское мастерство хромает, давай будем как-то образ искать». То есть она, ну, мне очень нравится то, что она в работе ответственная, может помочь, откликнуться, ну, это мне было очень по душе. Зараз ви підтримуєте стосунки, тому що вона зайнята і бере участь у інших там продюсерських проєктах. Чи як часто ви можете з нею зараз бачитись? Ну, сейчас не так часто, тому що плюс у нас ще є Руслан Квінта, який вот поє в групі з нами, грає на фаготі, і він теж отчасти продюсер нашої групи. І велику частину вопросов він теж рішає. І ми можемо обратитися к нему за допомогою, він підкаже. И пока сейчас Наталья занята, то все вопросы к нему, он нам помогает. Так, я вижу, тут так кипіла, водичка вода. Кипить, чуть-чуть могу. Ми будемо кидати все потім. Ми зараз можемо бросити вже морквочку, морковку, вона... да, морковку і нарізати можна картошку ще. Кажуть, що готувати треба з гарним настроєм. В нас раніше така була традиція в людей співати за столом, ось, але я знаю, що співали, коли готували. Сьогодні ти поспіваєш для наших глядачів? Да? Обязательно спою, да. Спою дуже красиву народну пісню. Ця пісня, вона всю мою життя зв'язувала вот як-то по цепочці і завжди преслідувала. На всіх каких-то вот конкурсах, мероприятиях, даже вот за столом просили, вот бабушка особенно очень любит эту песню, она о семье, о единстве, и то, что сейчас у нас такая ситуация в стране, к сожалению, и вот хотелось бы именно ее спеть, чтобы люди были едиными друг за друга, только в мире, в благодати, ну, она называется «Ой, роди наш красный». Українська народна пісня. У лузі калина, у лузі червона, хорошенько цвіте. Цураймося, признаваймося, бо багато нас є. Ну дуже гарно, слухай, відвідувачі Магамолі прямо зупинилися і слухали. Спасибо. Скажи, взагалі, співати сьогодні, от хочеться від душі, хочеться ось таке, да? Чи буває так, коли співаєш не те, що тобі хочеться? Ну, в принципі, в роботі буває все, бувають різні пісні. Буває, людям подобається шансон, буває, людям подобаються якісь англійські, сучасні, R&B, може бути, різного стилю, поп, джаз. И, например, вот мне песни шансона не очень нравятся. Ну, иногда приходится спеть, потому что люди просят. Все для людей. Я скажу глядачам, мы нарезану картопельку, моркву, цибульку, половинку цибулі, все залили укропом, і воно в нас має закипіти. Закипіти, да. Так. Що далі? Що у нас буде з чесночком? Його потрібно? Это уже потом, когда вот грибочки уже вы нарезали, и потом мы отправим на сковородку, но я пока буду резать лук, чтобы обжарить с луком грибы и на масле. Ти виступаєш в такому фольк-стилі, я маю на увазі про зовнішній вигляд, про одяг. Він тобі близький і в житті, правда? Ви знаєте, іноді близок, не завжди. Но все равно з дитинства преследують мене народні пісні, українські костюми. То есть это во мне есть, такого частица чего-то вот такого украинского, нашего духовного. Но не всегда в одежде. А якщо говорити про одяг, брала участь в проєкті «Ікона стилю» на телеканалі ТЕД, взагалі не боялася критики суддів? Вигід перший – сукня кольору ню.
Перша учасниця Вікторія Рос для виходу в нюд сукні обрала не сукню. Образ створила з бежевої спідниці олівця та золотистої майки з люрексу. Доповнила білими туфлями та портфелем. Ну, чесно сказати, не боялась, потому что шла на проект для того, чтобы услышать комментарии и узнать мнение экспертов. Ну, в принципе, вот и все, потому что все же одеваемся мы, творческие личности, по-разному. У каждого свой стиль, вкус. И понравится им, не понравится, ну, просто хотела услышать, правильно ли, может быть, какие-то новые комментарии, может, чего-то не хватает в моем образе. То есть они же профессионалы, поэтому я все равно своему стилю не изменяю. Я бы прислушалась. Не страшно было падать. Самый непредсказуемый фэшн-проект Украины «Икона стиля» покидает... Было страшно, ноги трясутся, ты не знаешь, вот ты упадешь, как ты будешь приземляться, как у тебя все будет, а вдруг что-то сломаешь, а вдруг не так упадешь. Это очень страшно, и тем более этот момент, когда... Ты почти не знаешь, когда ты будешь это делать. Вот именно, да, и там стоишь, там, не знаю, 10 секунд, 20 секунд, и не знаешь, какое время, когда и кто упадет. Но ничего страшного, это тоже интересно, это тоже какой-то даже чуть-чуть адреналин. А що дав проєкт взагалі? Це для тебе піар, заявка про себе з іншого боку, да? Так? Ікона стиля? Ну, чесно сказати, це теж частина піар. Але все одно мені було дуже цікаво узнати мнение жюрі. І, в принципі, я його узнала. Вот так вот. И ничего, что я вылетела, ничего страшного. Главное, чтобы у меня в жизни и в творчестве все складывалось прекрасно. Поэтому такой проект, ну, это не беда и не горе. А кто допомагає одягатися на сцені? В тебе є стиліст, чи це твої вподобання? Есть стилист, да, девчонка, Леся Филинчак, она в Киеве живет. Угу. И она шьет некоторые платья для меня. Тоже в таком стиле фольк, цветы могут быть какие-то вышитые, может быть, в украшениях, что-то вот тематическое с фольком связанное. Ну, она очень талантливая девочка, талантливая, и она мне помогает. Даже когда в магазине я могу выбрать одежду и отправить ей фотографию, так как у нас сейчас очень много разных программ, ты себя сфотографировал, и она тебе подскажет в любой момент, в любое время, ну, правильно или одежду выбираю, или нет. А вот я знаю, ты озвучуешь диснеевские мультфильмы, співаешь. Взагалі, ось перевтілення ось в героев мультфильмов. Наскільки тобі близькі, чи не важко це? Это так интересно. И вот первое время, когда я озвучивала Золушку, там нужно было петь. Я припишу, кожна дівчина мріє стати попелюшкою, да? Да, вот озвучивать, да, это да. Теж было, напевно, цікаво. Это очень ответственно, я не понимала, ну как же это сделать? Ну как же это, свой голос уже так надо по-разному как-то или... Ну, все в процессе работы, режиссер помогала. Очень круто все получилось, я довольна безумно. И нужно было там петь параллельно. И плюс то, что я еще, ну, пою. Это вдвойне, то есть получила огромный кайф от работы. Mm-hmm. Потом был мультик «Белоснежка», потом детский мультик «Пригоди Осо». Mm-hmm. Такой смешной медвежонок, который учит детей, как там, например, делать бутерброды, играть в игры. То есть для деток там 4-5 лет. Очень позитивный мультфильм. Mm-hmm. Я получила огромный опыт, удовольствие, когда делаешь это для детей. Они же все безумно чувствуют, они такие чувствительные и эмоциональные, поэтому только нужно от души правдиво все играть, читать, говорить. А сама дивишься мультфильмы зараз? Вы знаете, сейчас, наверное, нет, но вот вспомнила о мультике «Красавица и чудовище». Mm-hmm. Я его в детстве просто обожала. Этот главный герой, мужчина такой. Вот, наверное, он идеал мужчины, мне кажется, потому что я была в него влюблена безумно. И его принцесса, ну, просто мечта, это идеал. Грибочки не треба кидати, а? Пока еще нет, грибы у нас пойдут уже коли все зварить. Ага, на пательню. Вімиці, ти не вперше, я так розумію, як тобі наше місто? Город очень красивый.
Город очень большой. Я вот вчера успела вечером проехаться, посмотреть. Очень много торговых центров красивых, площадь. Когда-то я давно приезжала вот выступать с девочками из группы Real O. Mm-hmm. И мы буквально так не ездили, вот приехали на сцену, выступили и обратно домой. То есть даже не успела рассмотреть, что в городе, что mm-hmm. интересного. Можем сюда отправить лук. Що сьогодні треба робити для того, аби гурт був популярним? Як знайти той хіт, щоб він був на устах у всіх? Ви знаєте, я от, к сожалению, не пишу пісні. Не пишу пісні, но очень би хотілося. Так, треба убрати вогонь, щоб не пригорело. Цибулька в нас. Но мне кажется, что лучше обратиться к профессионалам, которые знаются на хитах, в музыке разбираются, которые могут посоветовать или же написать тебе тот хит, который будет в топ там, 10 хитов Украины. Часто буває, що саме пісня, яка стає хітом, робить потім співака чи той чи інший гурт популярним. Да. Виносить, да? Да. Это правда. Вот у нас в группе Индии Руслан Квинта поет, который написал для Софи Ротару песню «Небо – это я». И у нас есть права ее исполнять. Я думаю, что можно грибы уже отправлять на сковороду. Давай. Так, грибочки ми відправляємо на пательню. У нас цибулька вже гарно трошечки підтушилась. Да, приобрела прозрачний цвіт такий. Вікторія Рус, в майбутньому якою ти себе бачиш? Чого? Я себе вижу, наверное, как женщина или вот как артист. И как співачка. Я думаю, все разом. Воно не може бути окремо, согласна, да? Все должно быть в гармонии, мне кажется. И работа, и семья, дом, дети, муж. Это все, наверное, как цепочка связана друг с другом и наполняет твою жизнь и делает ее ярче. Я бы хотела быть уверенной, нести свет, позитив, добро, делать добро обязательно. Чтобы моя семья была очень сплоченной, чтобы мы относились друг к другу с уважением. Ты чекаешь від другої половинки підтримки в творчості? Ну, я хотела бы, чтобы муж поддерживал меня обязательно, потому что когда он будет говорить, что мне это не нравится, я не хочу видеть, как ты там ездишь на корпоративы ночные или на работу, которая зачастую происходит там вечером, либо ночью, чтобы он не ревновал, чтобы доверял. То есть я бы хотела, чтобы мы были как одно целое. Залишилось найосновніше – це додати спеції, да? Да, спеції. Добавляем чуть-чуть соль. Сіль. Як ми будемо додавати чесночок? Чеснок уже, смотрите, уже потом, когда мы бросим грибы в этот супчик. Вот бульон, да, и когда поджарим муку, тогда можно добавить уже чеснок, в конце, в принципе. Щепотка перца, потом можно орегано добавить, половиночку чайной ложки, я думаю, можно, да. Потом паприку. Сладкую. Тоже половинку чайной ложки. И немолотый, да? Да, немолотый перец. Наша морква, мне кажется, уже майже готова. Так, грибы будем... тоже, в принципе, готовы. Можно высыпать, да? Я думаю, да. Убираю огонь. Я нагадаю, в нас зварилась картопля, морквинка і половинка цибулі. Ми додаємо туди про тушені грибочки, да, з цибулькою. Ну, з луком, давай. Да, і з приправами. І скільки ще це все разом буде тушити? Це ще потрібно, щоб сварилось минуток 10, я думаю, тобто не більше. Поки воно буде варитися, ми займемося якраз борошном, да? Да, да. Половиной ложки, несмотря на какую емкость. Изначально нужно на большую кастрюлю, но так как у нас небольшая, поэтому я думаю, не нужно много муки. На невеличком вогні. Да, на небольшом огне, чтобы не пригорела мука. Ну, так нормально, я думаю. Оставить муку до золотистого оттенка такого вот.
не даем большой огонь, потому что она может пригореть и все испортится. Цвет будет другой, но он должен цвет быть такой вот, как слоновая кость, ну как грибы. Нижно-нижно вот, такие. Да-да-да, такие угу. Вот чуть-чуть беж, я бы сказала. Да, головне не пересмажити. Коричневого цвета такого. Угу. Не темного. Як зробити, щоб не було таких комочків, коли будемо висипати борошно? І якісь є секрет, чи просто тут перемішувати, да, перемішувати нужно і потихонечку, ну, не все сразу, а так постепенно все бросати. І нужно мішати, вот і все. Пока вот наш продюсер Руслан Квинта сейчас является музыкальным продюсером на телепроекте «Голос страны». Угу. И я там тоже работаю бэк-вокалисткой. Угу. И вот очень много времени занимает работа на проекте. Поэтому он пока весь там. И, в принципе, то, что сейчас в стране происходит, это тоже сказывается, хочу признаться. Ну, не очень хорошо на работе, угу. К сожалению. Но... Мы двигаемся как можем и держимся, ну и стараемся не терять то, что имеем. Mm-hmm. Но будет продолжение, будет развитие. Пока у нас прекращена работа на некоторое время. Но, думаю, в ближайшем времени мы снимем клип. Mm-hmm. Уже песня вышла на радиостанции, называется «Любовь». Но клип, я думаю, уже попозже. Mm-hmm. А заспеваешь? Сердцу одиночества трудно терпеть. Всем однажды хочется в небо взлететь. Видишь, где-то там впереди облака над землей. От судьбы подарков не жди. Будь всегда со мной. Любовь попала в душу, она так просто не уйдет. Любовь попала в душу, теперь с тобой во мне живет. Ну вот такая вот, она очень добрая, очень позитивная песня. Мне очень нравится. Скажи, слухай, перший раз готували і співали, ти знаєш? Так, да, так. Да. У мене теж таке вперше з вами, правда. На кухні, ну, там я можу щось себе в умі там напівати, але в голові, ну, от так от, щоб наживо. Я думаю, можна вже висипати, так? Да? Я не знаю, як воно має бути. Ще чуть-чуть. Доброго дня! В нас сьогодні зірка готувала смачний суп. Треба поставити оцінку. Десять. Поставили. Скільки поставили? 20. Ну, я би 10 поставила, да. Дякую. Поставлю всі 10. 10, добре, да, дякую. Дуже да. Цікаво, дякую.
Рибний суп-пюре. Для його приготування візьміть картоплю, моркву, цибулю, почерицю, часник, борошно і спеції. Усі овочі нарізаємо, заливаємо водою та варимо до майже повного приготування. Окремо тушкуємо гриби із цибулею і додаємо в суп. Також обсмажуємо борошно до золотистого відтінку і додаємо в суп. Видушуємо часник, готовий суп перемелюємо на блендері, прикрашаємо петрушкою. Ти знаєш, спробували, так. Лишилось нам спробувати. Давай. Давай, бери ложечко, серветочку. Він гарячий. Да. Ми будемо пробувати таке гаряче. Дуже смачно, ти знаєш? І відчувається запах чесночка. Мені дуже подобається. Чувствуються гриби, спеції. Так, да, гриби відчуваються. Ось те, що потрібно. Ура, я рада. Дякую, що приїхала з столиці до нас у Вінницю, приготувала смачну страву. Я думаю, що ми ще з тобою будемо бачитись і поспілкуємося точно так само цікаво. Ось глядачам, які дивились нашу програму і спостерігали за процесом, побажаю приготувати так само смачно. І вам бажаю смачного, на все добре. Спасибо вам огромное за приглашение, спасибо вам, Юлія. Мені дуже приємно бути сьогодні здесь з вами. Хочу пожелати всім добра, позитива, вкусных блюд. Наслаждайтесь каждым днем.